Меня он стрельнул сюда, в лицо. Пуля была в голове, кровотечение было сильное. Подонки, самые настоящие. Конечно, больно понимать, что такие курсанты имели отношение к такому учебному заведению. Допустим, Менко разорвался с кем-то телепатом. От Питера до Таллина протянулся кровавый след банды телепата. Бывшие курсанты военно-морского института имени Петра Великого создали мощную группировку. Они были вооружены и опасны. Взрывали, грабили и убивали. Собирались запугать и взять под контроль два больших города. «Нам нечего терять», — говорил Андрей Телепин, который мог бы стать подводником, а стал телепатом, главарем банды. Мы взялись за это дело и провели свое собственное расследование. Это будет «Честный детектив». Девятого сентября 2001 года в Санкт-Петербурге неизвестные преступники совершили вооруженное нападение на таксиста Аркадия Новикова. Его застрелили прямо в машине. Сбросив тело в канаву, бандиты скрылись на автомобиле Новикова. В этот же день в квартире бывшего заместителя командующего отдельной армии ПВО по тылу раздались выстрелы. В прихожей был убит сын генерала Виталий Нерубащенко, курсант военно-морского института имени Петра Великого. На полу эксперты нашли гильзу. Также преступники наследили, оставили отпечатки пальцев. В комнатах были разбросаны вещи. По словам отца убитого курсанта, из квартиры пропали видеокамера и коллекция старинных монет. Выйти на след головорезов сразу сыщикам не удалось. В лаборатории ГУВД специалисты установили, что водитель такси Новиков и курсант военно-морского института Нерубащенко были расстреляны из одного и того же пистолета. Оперативники предположили, что в тот день бандитам понадобился автомобиль для совершения другого преступления. В городе они напали на таксиста Новикова. К дому, где жил Виталий Нерубащенко, преступники приехали уже на угнанной машине. Скорее всего, курсант сам открыл входную дверь и впустил гостей. А это значит, что Виталий хорошо знал убийц. Мы предположили, что это кто-то из его близких связей, то есть из курсантов военного училища Петра Великого. Были откатаны пальцы всех курсантов военного училища, практически всех близлежащих курсов, около 300 человек. Сравнены их отпечатки пальцев с пальцами, изъятыми с места происшествия, к сожалению, никто из них не подошел. Пока сотрудники питерского уголовного розыска работали по двум убийствам таксиста Аркадия Новикова и курсанта Виталия Нерубащенко, в городе произошло еще одно нападение на водителя. Преступники расстреляли в упор телохранителя Роберта Доброжанского. Они пытались угнать служебный автомобиль охранника, но с сигнализацией так и не справились. Иномарку бросили. По найденным гильзам эксперты пришли к выводу, что с Робертом Доброжанским расправились все те же головорезы, которые убили и Новикова, и Нерубащенко. Спустя некоторое время в квартиру питерского ювелира Дмитрия Вашкелиса ворвались вооруженные бандиты. Дома находились теща Вашкелиса и его двухлетний сын Владос. Пожилая женщина была убита сразу, прямо в прихожей. Ей выстрелили в голову. Налетчики не пощадили и малыша. Ребенку ножом перерезали горло. Из квартиры ювелира были похищены. Видеокамера, фотоаппарат и морской кортик. Денег, золота, бриллиантов бандиты не нашли. Просто больше всего поразило, конечно, это убийство ребенка. Мы предполагали, что если вот люди начинают совершать вот такие серийные убийства, они не остановятся. После пятого убийства местные газеты вышли с громкими заголовками. В Питере орудует банда головорезов. Маньяки-убийцы ищут очередную жертву. Известное в городе частное агентство журналистских расследований «Ажур» тоже заинтересовалось этими кровавыми преступлениями. Мы-то пытались логику какую-то увидеть, а они-то действовали вне логики, по большому счету.
Журналистам удалось выяснить, что незадолго до первого нападения на таксиста Новикова из военно-морского института Петра Великого, где когда-то учился убитый сын генерала Виталий Нерубащенко, за неуспеваемость и плохую дисциплину были отчислены курсанты Захарка Сабуцкий и Андрей Телепин. Несостоявшихся морских офицеров должны были отправить служить матросами на Северный флот. Но у парней были другие планы. Они самостоятельно покинули институт и спрятались в Питере. Косабуцкого и Телепина объявили дезертирами. Их начали искать. После расправы над сыном и тещей ювелира Дмитрия Вашкелиса в городе произошло очередное нападение на водителя. Бандиты попытались отнять иномарку у чемпиона России по кикбоксингу Кобы Гордиладзе. Преступники стреляли все из того же оружия. Пуля была в голове, кровотечение было сильное. Правое глаза у меня закрылось даже. Вот. Шоковое состояние весь дергался. Теряя сознание, раненый спортсмен попытался задержать нападавших, но те успели выскочить из машины и убежать. Позже Коба Гордиладзе рассказал оперативникам, как выглядели налетчики. Эксперты составили фоторобот. В это же время сотрудники питерского агентства журналистских расследований выяснили, что сбежавшие из военно-морского института молодые люди причастны к убийству своего бывшего однокурсника Виталия Нерубащенко. Сам вот убитый сын генерала, курсант, вот у меня из материалов дела это шло, сокурсники его давали показания, ходил, хвастался. У меня папа генерал, он в туалете на антресолях хранит крупную сумму денег. Вот в связи с этим они к нему на квартиру и пошли. На дезертиров Захара Косабуцкого и Андрея Телепина вышли и оперативники уголовного розыска. Оказалось, что бывшие курсанты-подводники имели отношение к громким преступлениям. По фотографиям раненый спортсмен Коба Гордиладзе опознал одного из нападавших. Это был Андрей Телепин. Он-то и стрелял в чемпиона. Особо опасных преступников искали теперь и журналисты, и милиционеры. Репортерам повезло больше. Им удалось разыскать друга дезертиров Антона Бибикова. Он подтвердил, что криминальной группировкой, в которую входило 5 человек, руководил бывший курсант-подводник Андрей Телепин по кличке Телепат. Его-то и выманили на встречу журналисты, которые представились питерскими братками. В этом ночном баре Телепат появился один. Он не волновался, сел за стол, выпил водки, закусил и гордо рассказал о своих кровавых подвигах. Дезертир почему-то поверил, что с ним действительно разговаривают серьезные бандиты. Встреча быстро подошла к концу. Лидера группировки в баре ждали оперативники. Они-то его и задержали. Этот момент был запечатлен на видеокамеру. И когда мы беседовали с телепатом, да, это такой некий пик был, да, когда нас-то внутренне колотило, потому что, ну, вот оно, как бы, вот оно, это существо уже сидит, да, довольное собой. Он же не просто рассказывал это все. Я до сих пор его улыбку помню. Он же, улыбаясь, рассказывал. Он за собой гордился, понимаете. Он жрал, вот, и гордился собой. Во время первого допроса бывший курсант Андрей Телепин признался, что он по собственной инициативе создал банду и возглавил ее. У подводника было много планов, которые стали известны журналистам. И устроить настоящий террор уже в Питере. Вот взорвать мечеть татарскую нашу, а потом в метро расклеивать листовки с сообщением, куда именно нести деньги, чтобы вся эта беда закончилась. Правой рукой телепата был его однокурсник Захар Косабуцкий. В группировке также оказались Владимир Ларченков, Алексей Токмачев, Антон Бибиков. Не всех членов банды удалось задержать сразу. За Владимиром Ларченковым милиционерам пришлось ехать в Москву. Квартиру активного участника шайки блокировали бойцы спецназа. Ножик брось, дурак! Брось нож, убью! Убью, сказал! Владимир Ларченков отказался сдаваться милиционерам. Получив ранение, он упал с балкона и разбился. Главарь питерской банды Андрей Телепин по кличке Телепат собрал вокруг себя трусов и уголовников и полностью подчинил их своей воле.
Местный наркоман и грабитель Алексей Токмачев сразу же стал активным членом группировки бывших подводников. Он беспрекословно слушался авторитетного лидера телепата. Свою преданность он доказал во время нападения на квартиру ювелира Дмитрия Вашкелиса. Тещу Вашкелиса застрелил сам Андрей Телепин. С сыном ювелира расправился Алексей Токмачев. На следственном эксперименте он показал на манекене, как это было. Еще раз покажите, ребенок на боку лежал. Телепин сказал, говорит, типа, давай-ка займись ребенком, мешает работать. И вот этот Токмачев тогда ничего умнее не придумал, подошел, перерезал ребенку горло просто-напросто. Двухлетнему ребенку, ну это уж было как бы совсем из ряда вон выходящее. Как только главаря банды начали водить на допросы к следователю, Телепин согласился сотрудничать. Показал, где был спрятан пистолет. Эксперты подтвердили, что именно из этого оружия были убиты. Таксист Аркадий Новиков, сын генерала Виталий Нерубащенко, теща ювелира Нинель Мартынова, телохранитель Роберт Доброжанский. С этим же пистолетом Телепин вместе с сообщником Владимиром Ларченковым сели в машину чемпиона России по кикбоксингу Кобы Гордиладзе. Я объясняю, что я случайно попал в него. Я просто зацепился глушителем за куртку. Вот и все. Я хотел спасти человека-то просто, на самом деле. Его? Да. От чего? От чего? От смерти. Если бы не стрелял бы не я, бы стрелял бы другой человек. Просидев несколько месяцев в следственном изоляторе Кресты, Андрей Телепин отказался от ранее данных признательных показаний. В СИЗО он узнал, что в Москве во время задержания погиб его сообщник Владимир Ларченков. Неожиданная смерть Ларченкова оказалась на руку телепату. Во всех убийствах он обвинил уже мертвого напарника. Мол, я ни при чем, это он, злодей, всех расстреливал. Но телепату, конечно, никто не поверил. Факты – вещь упрямая. Что бы он сейчас ни говорил, в свое оправдание. Я полностью не согласен с обвинением. Всеми эпизодами, всеми абсолютно. Я раскаиваюсь в том, что вообще влез в грязь. Что ранил человека. Ну что вообще, ну я зло, это просто грязь на самом деле. Любое зло. Судебный процесс над бандой Андрея Телепина длился около 2 лет. На заседание члены группировки вели себя нагло, хамили родственникам потерпевших. Требовали, чтобы их выпустили на свободу. Андрей Телепин получил пожизненный срок заключения. Алексею Токмачеву дали 20 лет. Остальным членам группировки от 3 до 5. Я прощаю всех. Всех, кто делал мне зло, кто что-то мне вообще плохое сделал. Вот. А вы врачу думаете в камере сидите? В камере? Я учу итальянский язык. Читаю Библию. Ну так, в принципе. Почему? Наслаждаюсь жизнью. Наслаждайтесь жизнью? Да. Он в ужасе. Что я могу сказать? Человек по жизни надали, он в ужасе. У меня был тоже ужас. 20 лет – это тоже немало. Ну да. Для меня, по большому счету, 20 лет – это тоже как пожизненный срок. Мать убитого телохранителя Роберта Доброжанского, Галина Чайка, ходила на каждое судебное заседание по делу банды телепата. 2 года она ждала приговора. Подонки, самые настоящие. А когда вот Телепину сказали пожизненно, ой, я чуть не зааплодировала прямо. Я в счастье была. Все-таки этот подонок, ой, да что вы, ну какой же, ему сразу же наручники как одели. Вот, может быть, тогда он это ощутил. Осознал. Да, что это уже ему конец. Единственного сына Галины Чайки бандиты расстреляли прямо под ее окнами. На месте, где стояла машина телохранителя, в любое время года лежат цветы. Представители военно-морского института имени Петра Великого постоянно посещали судебные заседания. Офицерам было тяжело смотреть на своих бывших курсантов, которые сидели за решеткой и обвинялись в кровавых преступлениях. Конечно, больно понимать, что такие курсанты имели отношение к такому учебному заведению. За все время существования нашего учебного заведения более 40 тысяч выпущен офицеров для военно-морского флота. Из них 10 тысяч офицеров-подводников.
Более 120 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, Героя Российской Федерации. И только Телепину Кособутскому почему-то не понравилось обучаться в этом учебном заведении. Но это еще далеко не конец истории. После разгрома банды Телепата из военно-морского института сбежали Юрий Устименко и Дмитрий Медведев. Они когда-то дружили с Андреем Телепиным. Идея побега принадлежала Юрию Устименко. Он был вдохновлен криминальными подвигами Телепата и решил их повторить. Да и сам Андрей Телепин с большим уважением относился к Устименко и Медведеву. У меня был определенный круг лиц, с кем я общался. С тем же Медведевым, с тем же Устименко, там были еще товарищи. Вот. Но остальные просто доксерная масса, они, не знаю, блядь, не мог с ними общаться. Питерских дезертиров Устименко и Медведева объявили в розыск. Беглецы не стали прятаться в городе, а направились в сторону эстонской границы. Там, на границе, их ждал друг, тоже бывший курсант военного института, Валентин Олейников. Он-то и помог сослуживцам бежать из России. Дезертиры, надев водолазные костюмы, переплыли реку и оказались на территории Эстонии. После того, как бывшие курсанты перебрались через границу, в Эстонии началась стрельба и прогремели взрывы. Дезертиры Питерского военного института Юрий Устименко и Дмитрий Медведев в Эстонии освоились очень быстро. С другом Валентином Олейниковым, который помог им перейти границу, беглецы расправились, им не нужен был свидетель, который знал об их прошлом. Дмитрий Медведев беспрекословно подчинялся своему старшему товарищу Юрию Устименко. Сначала подводники просто грабили одиноких прохожих, затем они решили вооружиться. В центре Таллина дезертиры взорвали магазин «Охотник». Пока патрульные машины полиции ехали на место происшествия, злоумышленники успели набрать оружие и скрыться. Возле дверей магазина было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое не сработало. Второе убийство за границей Устименко и Медведев совершили здесь же, в Таллине. Они напали на таксиста, ограбили его и убили. Затем бандиты перебрались в Тарту. Здесь они ворвались в маленький магазин и расстреляли продавщицу Галину Слободчикову. Из кассы похитили 1500 крон. Это около 3500 рублей. После убийства продавщицы Устименко и Медведев скрывались в городке Силомея, в доме местного жителя Василия Зудина. Когда и он стал им не нужен, его застрелили. Через некоторое время бандиты напали на автомобиль частной компании. Водитель и бухгалтер перевозили крупную сумму денег. В этой машине находилась Елена Красовская. Она была на 6-м месяце беременности и чудом выжила. Звериные глаза Юрия Устименко она не забудет никогда. Ну вот у меня он стрельнул сюда, в лицо. И через шею вот здесь вышло все это. То у меня была шея прострелена. И вот, считай, кушать мне не давали. Я месяц вообще не кушала. После нападения на автомобиль частной компании в Силоме таллинская полиция уже вышла на след дезертиров. Фотографии бандитов были развешаны на всех столбах. Налетчики решили перебраться в Латвию. Перед тем, как поехать в сторону границы, они зашли в другой оружейный магазин. Расстреляв продавца, они похитили пачку патронов. На границе головорезов уже ждали полицейские. Все дороги были перекрыты. Дезертиры попали в засаду. Они открыли огонь и убили одного полицейского. В Латвию удалось бежать только Юрию Устименко. А вот его напарника Медведева застрелили полицейские. Юрия Устименко все же поймали, но уже в Польше. Позже эстонским властям выдали бандита. Закованного в цепи Юрия Устименко вывели из самолета, посадили в бронированный автомобиль и отвезли в следственный изолятор. Когда он признался
обо всем, что он, кого он убил, все убийства и остальные преступления, признался. А тогда он сказал, что вот он был под влиянием Медведева. Но это была неправда, потому что все свидетели сказали по-другому. Сказали, что Устименко был лидер, Устименко был главный. Все решал Устименко. Наследственные эксперименты особо опасного преступника Устименко возили в сопровождении вооруженной охраны. По улицам его водили, прикованным к толстой и длинной цепи, а на руках были наручники. Дезертир рассказал и показал, где он и его напарник совершили убийство. Вечерами в СИЗО Юрий Устименко садился за стол и писал письма. Бывший подводник пытался объяснить родителям, зачем он начал убивать людей. «Если я был военным, я был крутым военным. Если я стал бандитом, то стал настоящим беспредельщиком. Не каким-нибудь пацаном по понятию. Террористом международным. Мать, тебе что я могу сказать? Гордись. Ты вырастила очень сильного человека. Ты даже не знаешь, сколько людей гордятся тем, что я был с ними». Устименко восторгался с кем-то телепатом. И восторгался, что вот этот телепат убил однокурсника и еще много людей убил. И такой гордый был. И что этот пример для него. За судебным процессом над Юрием Устименко следила вся эстонская пресса. В зале с трудом помещались телекамеры и журналисты. На ногах Устименко всегда были цепи. Охрана не спускала с него глаз, ведь дезертир мог пойти на все, что угодно. Устименко обвинили в 7 убийствах, покушениях и взрывах. Решением Таллинского суда бывший курсант Питерского военно-морского института Юрий Устименко приговорен к пожизненному заключению. Также он лишен права общения с родственниками и журналистами. Нам удалось встретиться с Юрием Устименко в тюрьме. Его вывели из камеры одиночки в коридор, и он несколько минут смотрел на съемочную группу. Было видно, что Устименко хотел что-то нам сказать. Но закон есть закон. Его снова завели в камеру. И Андрей Телепин, и Юрий Устименко в детстве мечтали быть подводниками, но стали бандитами. Они хотели запугать города и деревни, награбить много денег, убежать во Францию и служить там в иностранном легионе. Сегодня французский иностранный легион должен быть благодарен российским милиционерам и эстонским полицейским.